Покровские ветераны Второй мировой войны колонной прошли по городу. Перед памятным митингом фронтовики и их родственники собираются в городской организации ветеранов. Яков Григорьевич исполняет песни военных лет. С собой прихватил старый аккордеон. Его в годы Второй мировой подарили однополчане. В далеком 43-м Яков Григорьевич работал в военном госпитале. Вывозил раненых фронтовиков с поля боя. Ну, были без рук, были без ног. Всякие были. Тяжелые раненые были вообще. Григорий Иванович в начале войны оборонял Покровск. После освобождения города молодого солдата отправили на службу в морской флот. Я стал рулевым. Вот, 1,5 года плавал на военном корабле. Вот, потому я отношусь до плавсостава. Война началась в Красноармейске моя. Сначала я воевал тут, помогал кантемировцам, когда прорыв был. Вот, вот тогда пришлось даже стрельнуть. Вот это мой отец. К полудню ветераны с родственниками выстраиваются в колонну. С цветами в руках идут к могилам павших воинов. По дороге фронтовики поют знаменитую «Прощание славянки». У памятника Василию Шибанкову ветераны возложили цветы. Тысячи солдат освобождали Покровск под его командованием. В феврале 1943 года освобождали наш город, и очень многие погибли. Здесь более 1000 советских солдат, возможно, чьи-то деды, отцы, братья, мужья лежат вот здесь, отдавши жизнь за свободу нашей Родины. После колонна ветеранов направилась к Соборному парку. Там провели памятный митинг. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс».